Более сотни кукол советского периода собрала учитель из Заводоуковска. Сегодня со своей коллекцией она знакомит учеников. Выставку «Куклы, которыми играли наши мамы» открыли в канун 8 марта в школе номер 2. Здесь Юлия Тихонова работает педагогом-организатором. На полках стеллажей игрушки Казанской, Свердловской, Загорской, Бакинской, Донецкой фабрик, Московского завода и производства ГДР. Каждая кукла прошла большой ремонт. Чтобы дать им вторую жизнь, детали Юлия Титова собирает по всей стране. Куплены волосы, они прямо вот такие, но они по ниточке. Я прямо каждую вживляю, каждую проклеиваю. Если нет ручек, мы ищем ручки в разных сетях, где есть подобные сообщества, как кукла любителей. Кто-то высылает. Вот у этой куклы, например, у меня тоже были все запчасти собраны из разных, с разных городов приехали. Одни с Сергиева Посада, другие с Владивостока. Реставрацией педагог занимается сама, еще шьет и вяжет для кукол одежду.